есть жизнь, и жизнь продолжение наше в детях. Они должны достойно жить и чувствовать себя русскими, не пугаться ночью, выходя во двор, просто посидеть и впитать эту русскую романтическую ночь, чтобы продолжить свой род. 20 лет прошло с того темного кровавого дня 4 октября. Я позволю себе перекинуться в 17-й год, хотя меня там не было, но были мои предки. Внешние силы с Англии и Америки и других шаек преступного характера организовали тонкую диверсию. Они смели всю элиту русской нации, загубили всех духовников, которые искренне верили в Христа, которые искренне жили патриотической доблестью для своей родины. Они уничтожали их в лагерях. Крестьян, которые растили хлеб и помпезность подымали нашей державы, загубили, вогнали в рабство, даже не дав им паспорта. Они питались этой кровью, которая несет в себе истину. Они использовали русский народ для того, чтобы эту землю разорвать на части, что и продолжается сейчас. Можем ли мы сказать, была ли та конституция правильной и имела под собой законные основания, когда после царя она была принята? Нет, она была преступна. И это последовательное продолжение дошло до наших дней, до 4 октября 93 года. Шайка преступников, как и в любой преступной организации, разделилась, даже сама того не понимая, потому что искусно ими управляли из-за кулис. Кого-нибудь одного посадили? Нет, потому что они много знают за тех, кто на них нападал, и те знают за этих. Кто погиб и кто пролил кровь около стен расстрелянной. Наш русский народ, нас пустили как оплату за чужие грехи. Мы монета. Мы что, будем монеты? Нет, мы люди. Потому что мы привыкли, русские, смотреть в небо, а не в землю, и собирать желуди, кинутые этой шайкой мерзавцев, которые плюют на русскую культуру. Сейчас что происходит? Кто такой Путин? Кто Единая Россия? Мерзавцы. Восстанет русский народ. Восстанет культурно. Не просто выбежит с дубинами и трубами, подкинутыми в этот день, и спровоцированные полицейскими из организации «Бонд», которые стреляли в 16-летних детей в окно, интересовавшихся, что происходит с моей родиной, которые убивали истинных патриотов, которые были запутаны мерзкой идеологией, придуманной там, на Западе. Придумали и нам подкинули, а мы по доверенности своей доброй открыли сердце и поверили, что коммунизм нам принесет. Делай и не делай, все равно получишь пельмени с тухлым мясом своих соотечественников. Здесь их расстреливали, ставя к стенке. Кто их расстреливал? Люди в масках, такие же русские. И наполовину зомбированные. Это биороботы натуральные, которые сейчас же живут и плодятся через СМИ. Все занято врагом, господа. Восприняйте. Я хочу вам сказать одно. Одно хочу сказать. Мы привыкли говорить: русские, вперед! Да, куда вперед-то? Уже окружены. Мы по кругу ходим. Мы должны проявить интеллектуальный потенциал борьбы. Я хочу сказать: за русское объединение русской нации истинной и восторженной на всей земле. Слава! Yeah.